К другим темам. Порадовать себя и близких вкусными и свежими морскими деликатесами. В Магнитогорск приехала та самая рыба Камчатского края. С 27 сентября по 2 октября включительно покупателей ждут в торговом центре «Славянский» по адресу улица Советская, 162. Впервые в Магнитогорске та самая рыба Камчатского края. В торговом центре «Славянский» по адресу улица Советская, 162, большой ассортимент морских деликатесов. Семга, тунец, омуль, белорыбица, муксун, марлин, морской гребешок. Все напрямую с Камчатки. Это настоящий рыбный рай. Мы и корочки взяли. И сейчас попробуем дома. И что нам больше понравится, мы еще придем. Лидер продаж чевыча, богата витаминами и аминокислотами, в том числе омега-3 и омега-6, подходит для щадящего питания детского меню, поскольку хорошо усваивается и практически не имеет косточек. Для себя, для детишек, для семьи, конечно. На выбор более 20 наименований рыбы горячего и холодного копчения, слабосоленых лакомств. Зернистая красная икра, нереста этого года, мясо камчатского краба, а также эликсир молодости, рыбий жир в капсулах, вытяжка из голов дикого лосося. Новинка в нашем ассортименте – это консервы. Скумбрия в масле, морской гребешок в собственном соку и осетр в собственном соку. Осетр в собственном соку – это ценнейшая рыба. Она очень питательная, нежная, в то же время диетическая рыбка. Все эти деликатесы можно попробовать и приобрести в торговом центре «Славянский» с 27 сентября по 2 октября включительно.